Детство, история будущего – это девиз межрегионального форума, который сегодня открылся в Кирове. По замыслу организаторов, он должен стать удобной диалоговой и дискуссионной площадкой для всех, кто работает с детьми и для детей. Совсем недавно была принята национальная стратегия действия в интересах детей, защищающая права маленьких граждан во всех сферах жизни. Вот тогда и стало ясно, что Кировский форум, проведенный в прошлом году, не может остаться без продолжения. Основная его идея – позиционирование нашей области как региона комфортного и приятного для детей. У нас есть предприятия по производству товаров для детей, достижения в области образования и медицины. Одна из основных задач форума – свести вместе все благоприятные факторы. Медики собираются, они обычно обсуждают, какие проблемы здоровья детей. Педагоги – педагогические проблемы. Производители товаров для детей – свои производственные. А наша задача была и в этом ноу-хау, вот всех их вместе перемешать. Вот пусть педагоги и медики скажут производителям товаров для детей, какие игрушки детям нужны и почему. Пусть медики скажут педагогам, почему вот это хорошо, это плохо при работе с детьми, как это влияет на здоровье. Форум детства пройдет в Кирове в течение 2 дней. И на многих его мастер-классах и творческих лабораториях главными действующими лицами станут дети. Кирилл Сысолятин с подробностями. Детские рисунки совершенно разной тематики. Мама с папой, выполненная акварелью, природа, животные и даже вся планета Земля. Не обошлось и без андеграундных направлений, скорее подросткового искусства. Студентами и сотрудниками университета были собраны граффити со всех уголков нашего города. На экранах мы показываем интерактивную выставку. Это еще одно мероприятие. В этой выставке представлено 200 работ детей. Очень интересные работы. Работы очень сильные, и откликнулись и дети, и педагоги буквально за неделю. Это впервые вот мы проводим такую выставку, и впервые вот такой интересный результат получили. Однако гвоздем программы стал уже традиционный фестиваль театров моды. Здесь юные модельеры действительно дали волю фантазии. Буйство красок и детская непосредственность образов. Каждый показ – небольшое театральное представление. Дома творчества, ну и профильные школы, художественно-технологический лицей, дома творчества каждого района нашего города. Это Ленинский район представлен, Первомайский, Октябрьский, дом творчества «Вдохновение», «Радуга». Там есть свои театральные коллективы. Приехали к нам дети из Пижанки, приехали наши гости из Глазова. Они регулярно приезжают к нам на фестиваль. А чтобы юные дизайнеры понимали, к чему стремиться, их старшие коллеги с факультета технологии и дизайна представили свои работы. Более зрелые, но не лишенные полета фантазии и необычных решений, подсказанных самой осенью. Кирилл Сысолятин, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.